Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Клавдия Корнева. И сегодня приготовим блинчики с картофелем. Вот я взяла 5 картофелин, почистила, залила водой, только-только что посолила и отварила. Вот здесь у меня уже остыло, и я высыпаю в блендер. Блендер вам не видно, но немножко потом покажу. Да, дальше я расскажу просто. Вот картошку мы уже засыпали в блендер. Дальше у меня вот здесь 300 грамм молока, я тоже закипятила и остудила. 300 грамм муки, ну, просеяла муку. Вот 3 зубчика чеснока я через пресс. Масло 3 столовых ложки туда добавлю. Соль немножечко. Зелень петрушки у меня, 1 столовая ложка сахара и 3 яйца. Сейчас я все запущу в блендер. И вот я все в блендер запустила, кроме молока и муки. Сначала эти ингредиенты. Сейчас я добавлю молоко и муку. Так, и муку. И продолжу. И вот я уже все прокрутила в блендере, высыпаю, видите, какая однородная масса получилась у меня хорошая. И вот там еще какая-то мука немножечко, ну ничего, сейчас мы дадим постоять, размешаем немножечко, минут 10 хотя бы, чтобы если где-то по стенкам осталась мука, она разошлась. И вот тесточко наше постояло, видите, какое оно однородное. Оно гуще, чем обычные блинчики, но мы не будем на всю сковороду, блинчики будут не очень большие, только на середину. Ну, посмотрите, сейчас буду заливать, сковорода у меня стоит. Сковорода у меня нагревается, я подлила немножечко масла сюда, хотя оно у меня с антипригарным покрытием специально для блинчиков. И вот на серединку я буду высыпать, наливать вот такой вот блинчик. Смотрите, попробую небольшие делать их. Надо побольше сделать, будут держаться, я думаю. Попробуем перевернуть. Угу. Нормально, как перевернулся. И вот такие картофельные блинчики. Так, готовый. И так далее. И вот такая гора блинчиков у меня получилась. Все строго по рецепту, ничего больше не добавляла. Первый раз смазывала сковородку, потом нет, уже так обжаривала. Подаем, конечно, со сметаной. Самая любимая сметана для блинчиков. Приятного аппетита и удачи вам!